Всем привет! Я Аня, и ты на Double Bubble. И сегодня я буду проверять самые крутые лайфхаки из ТикТока и лайки. Вы очень давно просили меня снять эту рубрику, и вот сегодня мы это сделаем. Первый лайфхак я увидела, когда Саша проходил Wow Challenge, и мне безумно захотелось его попробовать. Чувак пшикает немного дезодоранта на палочку. Так, и теперь опускает ее в воду. Что? Начинает пениться? Прям пузырьки! Офигеть! Да ладно! Неужели это работает? Итак, мне понадобятся ватные палочки, вода и дезик. Обязательно пшикающий. Первое, что я делаю, на палочку напшикиваю дезодорант. Как следует, со всех сторон обшикиваю ее. Вроде нормально. Теперь опускаю эту палочку прямо внутрь. Раз, два, три. Офигеть! Булькает! Булькает! Обалдеть! Правда, что-то эксперимент сам не так долго длился. Может быть, нужно прям сразу напшикивать туда вниз опускать? Да по-любому, давай попробуем. Вау! Вау! Офигеть, как пенится! Видели, как сильно? Как будто газировка. Обалдеть! А интересно, за счет чего такая реакция происходит? Интересно, а если побрызгать подмышку и пойти в душ, что тогда будет? Короче, хоть и не так сильно, но лайфхак у меня сработал, поэтому ставлю ему лайк. Следующий лайфхак реально оценят все любители покушать. Чувак достает яйцо из морозилки! Что? Замороженное яйцо! Это же обалдеть! И нарезает его кружочками, как, я не знаю, помидор! И получается просто офигенная яичница, посмотрите! В каждом из кусочков есть желток! Это просто гениально! Я очень хочу, чтобы у меня так же получилось! Первое, что мы делаем, это замораживаем яйцо. Прошло примерно 4 часа. Думаю, готово. Офигеть, смотрите, яйцо даже треснуло. Сейчас нужно очистить его от скорлупы. Отходит, смотрите, какое оно красивое внутри. Обалдеть, обалдеть, все желтое стало. Это как вообще? Как льдышка. Очень круто выглядит. Какой-то просто лунный камень. А-а-а, какой он крутой. Правда, нереально склизкий. По-моему, похоже на яйцо дракона. Попробуем его нарезать. Не так-то это и просто. О, реально, смотрите, с желтком даже отрезается. Аккуратно. Думаю, хватит. Давай это скорее жарить. Масло, чтобы ничего не пригорело. И аккуратно, аккуратно раскладываю яйца. Мне очень интересно, получится или нет. Только посмотрите, реально яишенки, мини-яишенки получаются. Какие они прикольные. И столько желтков, обалдеть, в каждом есть по желтку. Это же самое вкусное в яичнице, желточек. Справедливости ради, я обязательно должна это попробовать. Я надеюсь, они приготовились. Раз яишенка и два. А, какая милота! Ну что, давайте пробовать самую маленькую яичницу в мире. Посмотрим, что там внутри. Ух! Она реально сделалась! Какой идеальный желточек! Ну-ка, как это все на вкус? Как настоящая яичница! Она прям на один зубок! Это реально подойдет для маленьких детей. Я думаю, Николаюшку вообще оценят. Очень вкусно. Я очень удивлена, но этот лайфхак реально работает. Очень круто. Ставлю ему просто жирнейший лайк. Чтобы проверить следующий лайфхак, мы приехали в один из моих любимейших фастфудов. Макдоналдс. Ням. Вы же тоже после себя обычно убираете поднос с оставшимися упаковками. Короче, этот чувак просто открыл для меня Америку. Не обязательно, оказывается, касаться руками этой штуки или тыркать ее под носом. Чтобы проверить этот лайфхак, я, конечно же, взяла себе поесть. Эй, со мной поделись. Бегу. Это я этот лайфхак в ТикТоке нашел. Значит, мне его и проверять. Нет. А есть-то я буду. Ну все, я поела. Настало время убрать за собой. Так, вот она мусорка. Как обычно все делают, Ань, покажи. Обычно тыкают вот так вот.
не туда, куда так. Все смахивает. Но можно, оказывается, так не делать. Но, оказывается, можно так не делать. Смотрите, реально едет ручка, вот она. Нажимай. Работает! Еще раз! Ля-лям! Да-да-да-да-дам! Без рук! Все чистое! И теперь я просто вытряхиваю поднос. Положила! И я молодец! И осталась чистенькой! Этот лайфхак реально работает! Супер простая штука и очень полезная! Я о ней вообще не знала! И теперь это стало моим спасением! Короче, пользуясь случаем, я решила проверить еще один лайфхак с фастфудом. И эта девчонка рассказывает классный способ, как съесть крылышки KFC. Что? Выкручиваешь косточки и просто мякушку это ешь? Офигеть! Вот сейчас я хочу это попробовать. Для этого я как раз взяла крылышки. Да, у меня попались те, которые с косточками. Смотрите, их там точно две есть. И что я должна сделать? Покрутить эту тушку. Блин, если это работает, это просто сейчас изменит мою жизнь. Я обожаю эти крылья. Смотри, раз покрутила, два. И теперь я должна вытащить косточки. Вытащилась. Косточка вытащилась. Саша, офигеть. Офигеть, а вторая? Вторая. Ну, тоже почти вытащилась. Ну, чуть-чуть мякушки осталось. Короче, теперь вот эту штуку можно просто есть и все. Офигеть, как удобно. Просто ничего не надо обгрызать. Вот она, мякушка. Как же вкусно! Вообще супер способ! Да я попробую, мне кажется, этот лайфхак для меня, а не для тебя. Да, крылышки я, кстати, не очень люблю, потому что они всегда бывают острыми. Так, как, вот так беру, да? Да, и проворачивай туда-сюда. Вот в одну сторону. Да, как следует. В другую сторону. Да. Так, одну косточку уже вижу, аккуратненько. Ну, так быстро еще надо приноровиться. Аккуратненько достаю ее. Машина не хочется испачкать. О, идеальная косточка, видели? Вообще без мякушки осталось. Просто вообще, смотрите, класс. Так, и вторую косточку, вот она, достаю. Ну, на самом деле, не так легко, как у нее показано, но... Неплохо, Саша, вообще чистенькую достал. Просто, и крылышко, кушай мякушку. Как вкусно выглядит. Ну, это намного удобнее, чем обгладывать. Точно. Как будто филешку ешь, да? Угу. Супер. В общем, этот лайфхак тоже работает. Пользуйтесь. Когда я увидела этот лайфхак, я вообще не поняла, неужели это реально работает? Девчонки просто сидят и держатся за руку, трут ногами и начинает гореть лампочка. Что? Но раз все так делают, я хочу попробовать тоже. Саш, давай потрем ногами вместе. Давай. Лампочка есть. Предлагаю в качестве ковра использовать наш диван. Смотри, он тоже тканный. Для этого нам нужно вместе сесть друг напротив друга. Саш, иди сюда. Так, и что делать? Смотри, одной рукой мы держимся вот здесь. Так. Вторую руку я держу здесь. И мы должны двигать ногами туда-обратно. Понял? Вот так. Ненавижу этот звук. Надо делать быстро, я видел. Они делают быстро. Давай, если ты сможешь, это проверочка на пресс. Давай. Раз. Готово? Два. Погнали. Три. Диван уже горит, блин. У меня мурашки по коже. Как думаешь, уже можно? Давай, давай, пробуй. Почему ничего не горит? Ты плохо терла, давай сильнее. Давай. Давай. Раз, два, три. Я что-то не поняла, почему у нас не горела лампочка? Мы же старались изо всех сил. Наверное, лампочка неподходящая. Ну или лайфхак этот не работает. Это, конечно, очень обидно. Ладно, погнали проверять следующий лайфхак. Следующий лайфхак для таких же сластен, как и я. Как из конфеты сделать мороженое? Легко. Мне понадобится шоколадка, палочка от мороженого и молоко. Для начала нужно шоколадку помять, как следует. Что, Саш, прям пальцами мять, что ли? Да нет, вот так, смотри. Нет! Не надо! Зачем ты шоколадку так... Что это за ужас? Ты ее все поломал. Хотя бы пальчиками, вон, как я, видишь, аккуратненько. Так она надувается смешно. Вся разломанная. Теперь мы осторожно открываем сверху упаковку. Нам важно ее сохранить, потому что туда мы сейчас будем заливать молоко. Все в целости и сохранности. Я бы так не сказал. Теперь немножечко внутрь заливаем молочка. Наполнилось, наполнилось. Все, вон, смотрите, все просто плавает внутри. И теперь запихиваем внутрь палочку. Ить.
Теперь это все художество нужно отправить в морозилку. Давайте проверим, замерзло там что-нибудь или нет. Достаем. Немножко подзаледенело. Я думаю, что можно проверять, доставать и пробовать. Я сейчас хочу попробовать полностью разорвать упаковку, чтобы проверить, что там у нас внутри. Он не полностью застыл. Все ломается. Так, сейчас осторожно. Все растекается. В принципе, смотрите, как сыпется. Все заледенело и приняло форму даже. Давайте попробуем, что у нас тут вообще на вкус-то получилось. Смотрите, какая красота. Как вкусно. Холодненький такой. Замерзшая конфета – это очень круто. Получилось очень даже неплохо. И главное, что вкусно. Недавно, когда мы снимали 24 часа в Герике, мне впервые в жизни пришлось заправлять машину самой. Поэтому этот лайфхак не то чтобы для меня. Думаю, Саша точно будет в шоке. Чувак открывает бензобак и крышку кладет на подставку? Неужели она там есть? Что? Я сам в шоке! Серьезно? Так пойдем посмотрим, у нас есть такая или нет. Пойдемте посмотрим, бак у нас с той стороны, по-моему. Как хорошо, что я знаю, как он открывается. Да ты че? Да. Пам! Все открылось. Так, момент истины. Что теперь? Реально есть эта крышечка? Точнее, подставочка? Ну-ка попробуй. Блин, а в какую сторону крутить? Аня, ну ты че? Ну не знаю я. Ай, блин, что-то я сломала уже. Ой, ничего не умеешь, дай я открою. А, в другую сторону? Ой, фар пошел. Ну, открываешь и... Сюда, что ли? Офигеть, как удобно! Типа, чтобы не пачкаться. Вообще здорово! Обалдеть! Вот эта техника дошла. Настоящий прогресс, ребята. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. У всех бывал такой случай, когда нужно отодрать этикетку, а она не отдирается и остается вот эта вот шкурка. Но в этом лайфхаке чувак просто нагревает эту штучку феном. И что? Да ладно! Она отклеивается полностью! Все отклеилось вообще! Мне Саша торжественно выдал упаковочку от своего чехла. И вот она, вот эта наклеечка, которую я сейчас буду пытаться удалить. Сначала попробуем сделать это руками. Смотрите, нифига не отдирается! Она все остается! Блин, и клей липнет прям! Вообще неприятная ситуация. Но я же знаю, что делать! У меня для этого есть фен. Теперь я ее буду нагревать. Ну что, я уже нагрела, давайте смотреть. Пипец, она горячая. Да ладно, что, снимается что ли? Вообще легко. Вообще ни капли клея не осталось. Офигеть, смотрите, вон этот кусочек, который я пыталась отодрать сначала. И все остальное просто ровненько и ни капли клея. Обалдеть, лайфхак работает! Вот этот лайфхак очень полезный, мне прям нравится, попробуйте и вы. Следующий лайфхак подойдет для тех, кто хочет принести куда-то сладкое. Например, кинотеатр. Девчонка приклеивает конфету прямо к внутренней стороне маски. Одевает ее на себя и вообще ничего не видно. Не видно, что у нее конфета во рту. Я решила, что тоже должна это попробовать. У меня уже есть маска и два чупа-чупса на выбор. Саш, какой вкус берем? Два приклеивай. Как два? Они не влезут мне в рот. Так, я возьму вот этот голубенький, потому что ножка у него не будет заметна за белой маской. Вот видите, она не просвечивается. Короче, открываем конфету. Это будет непросто сейчас. Я мои ногти сломали, помоги. Конфетка очищена от обертки. Теперь кладем ее посерединке и вот здесь вот приклеиваем скотчем. На всякий случай побольше возьму кусочек, чтобы ничего у меня не оторвалось. Зафиксировала. Теперь нужно эту палочку подсогнуть, чтобы было прямо в рот. Вот так. Эй, держись вот так вот. Думаю, готово. Куда-то она вываливается. Короче, нужно сейчас осторожно это засунуть в рот и одеть на себя маску. Идеально. Я скажу за тебя. Ну-ка, кушается конфетка? Ага, кушается, но я ничего не могу сказать. Ты просто сабдиру. Очень удобно. Вообще не видно, вообще без палева. Серьезно? Да. А мне, между прочим, внутри очень-очень вкусно. Что это такое за вкус классный?
Короче, лайфхак очень крутой, и он работает. Ну что, ребята, как вам сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на мой классный инстаграм. Там сейчас как раз проходит конкурс на классный бьюти-бокс. Всех обнимаю и люблю! Ставь лайк и подпишись на наш канал!